Друзья, привет! Фикс прайс Большевиков 33, Калантай 24, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этих магазинах. Приятного вам просмотра! Десертная тарелочка – это керамика, 15,5 сантиметров, волнистые края, молочный цвет, 35 рублей 50 копеек. Стеклянный салатник на литр 300, очень толстые стенки, 149 рублей. Доска сервировочная, удлиненная, 40 на 15 сантиметров, сделана из сланца, противоскользящие ножки, 199 рублей. На Большевиков привезли просто шикарные миски на 3 литра 800 миллилитров, нержавеющая сталь, 249 рублей. Просто советую купить. Отличные. Кувшин для воды на литр 400, боросиликатное стекло, бамбук и силикон. Очень удобный носик для слива, 299 рублей. Новый соусник 250 мл, это опаловое стекло. Посмотрите, какая приятная поверхность, она не гладкая. Цена 87 рублей. И очередная новинка, это чашка 280 мл, очень толстое, шероховатое стекло. Посмотрите, такое впечатление, что они покрыты льдом. Нашла три расцветки. Вот это самое симпатичное, это, по-моему, и третий вариант зелененькая, 69 рублей. Чайная чашка 210 мл, красивая, изящная, 49,50. Кружка 440 мл, тоже красивая, 79 рублей. К этим кружечкам поступило блюдце чайное 14 сантиметров, объемный рисунок с внешней стороны, 39,50. Набор салатников 5 штук, самый маленький 130 мл, самый большой 930 мл, сделаны из стекла, стенки толстые. Производитель Китай 249 рублей, все упаковано в коробочку. И очередная новинка, это набор форм для выпечки 8 штук по 210 мл, материал алюминий, производитель Китай 55 рублей. Большая серия кухонных аксессуаров, лопатка кухонная 30 сантиметров, силикон и нейлон, 3 расцветки 83 рубля. И посмотрите, что поступили любимые мои ложки кухонные 22 сантиметра, силикон и нейлон, 83 рубля. У меня уже таких две. Просто неубиваемые. Тоже три расцветки. Щипцы кухонные 25 сантиметров, те же расцветки, 99 рублей. Также поступили венчики, нержавеющая сталь и силикон, 27 сантиметров, 99 рублей. Те же расцветки. И половники есть 28 сантиметров, 79 рублей. Привезли новые формы для выпечки пряников или печенья. 6 ячеек. Форма в виде елочки с новогодними символами. Тут и елочки, снежинки, и человечки, и Дедушки Морозы. Это силикон, 59 рублей. И посмотрите, сколько расцветок. Ножи керамические я уже показывала. Большой 27 сантиметров, 249 рублей. Поменьше 23 сантиметра, 199 рублей. А появились керамические ножи с такими же красивыми ручками. 20 сантиметров, 149 рублей. Интересная новинка – это маркеры для бокалов. 4 штучки. Дед Мороз, елка, олень, леденец, нержавеющая сталь – 59 рублей. Теперь вы точно не потеряете свой бокал. На Калантай привезли контейнеры для овощей на 7,6 литров. 199 рублей. Две расцветки. Производитель – город Москва. Новогодние дорожки 140 на 45 сантиметров с дракончиками и со снегирями, хлопок, производитель город Иваново, 199 рублей. Салфетки декоративные в рулоне 30 на 150 сантиметров. Есть все расцветки, что я вам показывала ранее, 79 рублей. Набор для кухни, мягкий коврик 45 на 30 и две тряпочки, одна с узорами, а другая однотонная. 149 рублей, три расцветки. Привезли на проспект Большевиков.
И вновь новинка – это набор кухонный. Сюда входит полотенце 45 на 60 сантиметров и прихватка 17 на 17 сантиметров. Все это сделано из 100% хлопка в городе Иваново. Нашла две расцветки, все с драконами. 124 рубля. Наволочка декоративная, 40 на 40 сантиметров. Застегивается на молнию. С одной стороны рисунок и, естественно, это драконы. Материал полиэстер. Нашла три вида дракончиков, 79 рублей. Пледы с дракончиками на большевиков также приехали по 299 рублей. Три расцветки. Шапочки женские на большевиков 33 также появились, утепленные флисом и с блесками. На обхват головы 56-59, материал вискоза полиэстер, производитель Китай, 249 рублей. Очень приятные на ощупь шапочки. По-моему, будут теплые. Тряпки для уборки двухсторонние, я таких не видел. С одной стороны они такие шелковистые, с другим мягкие, как бархатные немножко, ворсистые. Размер 30 на 40 сантиметров, есть петелька для подвешивания. Вот такие красивые расцветки. Китай, 79 рублей. Вновь появилась шампунь, гель, пена для девочек и для мальчиков. Для девочек принцесса, 650 миллилитров, 87 рублей. Ну, для мальчик мега. Монстры 87 рублей без аллергенов. Посмотрите, какую прелесть привезли. Это светильник-ночник светодиодный. Приятный рассеянный свет. Мишка с ленточкой, а это кто-то полненький. И утенок мне больше всех понравился. Батарейки входят в комплект. Производитель Китай. Девочки мне включили утеночка. 174,50. Мягкие игрушки для деток, очень хорошо набиты. Это, по-моему, носорог. Есть улиточка с домиком, тоже хорошенькая. А это, по-моему, олененок, рожки есть. Очень аккуратно сделаны, производитель Китай. 349 рублей. И вот такой зверек, я не поняла, кто это. Подскажите, если узнали. Классные. Новые яркие резиночки для девочек с декором. 5 резиночек в комплекте, все разноцветные. И декор на них разный. 59 рублей. Опять подвезли тапочки домашние, женские, теплые. Очень толстенькие, мягкие, пушистые. Состав полиэстер и эва. Производитель Россия. Бежевые, светло-серенькие и молочного цвета, пока без цены. Тряпочки для уборки, дракончики, 99 рублей. Пакеты для мусора, 10 штук по 200 литров, особо прочные, двухслойные, герметичные, 199 рублей. Салфетки из вискозы, 10 штук, 30 на 38 сантиметров. Есть разные расцветки, 79 рублей. Салфетки целлюлозные, 5 штук, 15 на 15 сантиметров, 68 рублей по карте фикс прайс. Спонжики для макияжа, 124 рубля. Есть разные расцветки. Качество хорошее. Купила я утенка. Это светильник-ночник светодиодный. Какой же он хорошенький. Просто прелесть. Друзья, спасибо большое за внимание. На этом пока все. И мы идем в очень красивое, удивительное место. Я там давно не была, лет 5, наверное. И решила вас пригласить с собой. А мы идем с вами в музей Карла Фаберже, который располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки. И это один из красивейших дворцов Санкт-Петербурга. Этим решеткам больше 100 лет уже. Вот Екатерина.
Основу собрания музея составляет крупнейшая коллекция шедевров фирмы Карла Фаберже. Мы увидим роскошные интерьеры Шуваловского дворца и уникальные экспозиции музея Фаберже. Там представлены все направления, в которых работала фирма Фаберже. Пасхальные шедевры, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы и многое-многое другое. Там очень красивый дух, захватывает. Императрица Екатерина. Нам туда. Анечка в мост впереди. Ну вот, дошли мы до Фонтанки. Сейчас повернем налево. Мост не будем переходить. Так что скоро будем уже на месте. Впереди красивейший мост с красивыми скульптурами конными. Я вам много про него рассказывала. А помните, мы летом отсюда плавали на теплоходе по всем каналам и рекам Петербурга. Было очень здорово и, главное, тепло и очень интересно. Друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого-самого хорошего и пока. Вот сюда мы идем. Музей Фаберже.